Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться с их биографией. Блас, Алерос и Кинтана. Алерос, Кинтана, Биас, Алерос и Кинтана. Так еще говорят. Был испанским художником и пейзажистом, работавшим в основном в Италии как акварелист. Он наиболее известен своими неаполитанскими сценами и работами ориенталиста. Я цитирую Википедию. Блас Алерос родился в Пьедрахите, в провинции Авила, на центральном западе Испании, в 1851 году. В 1674 городской совет Авилы выделил Алеросу грант, позволяющий ему продолжить свое художественное образование в Риме. В первый год своего пребывания в Риме он завершил работу «Нерон в саду, окруженным своим двором». После завершения учебы он на 3 года переехал в Париж. В этот период он познакомился с испанским художником-портретистом, жанристом Пальмаролли, который оказал влияние на творчество Алероса. В 1881 году вернулся в Рим, где познакомился с испанским художником Агустином Салинасом, и пара стала большими друзьями. Большую часть 1880-х годов Алерос проживал в Неаполе, где был известен как импровизатор. Он выбрал Испанию в качестве своей новой родины, оставаясь там большую часть своей взрослой жизни. В 1883 году продал 2 работы «Женщина из Помпеи» и «Морской пейзаж» через коммерческую галерею Эрнандеса в Мадриде, которая специализировалась на продаже акварели. Его тематика была разнообразна и включала пейзажи, морские пейзажи, фигуры, жанровые и исторические сцены. Большая часть его работ была сосредоточена на неаполитанских пейзажах, особенно на сценах гавани. Он работал маслом и акварелью, обычно подписывал свои работы Блас Алерос. Последние годы жизни проживал во Флоренции, умер там в 1919 году. Ну вот так немного о испанском художнике-фигуристе Блас Алерос и Кинтана. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.